Есть известное высказывание коммунистов, что религия — это опиум для народа. Правда ли это? Ну, для некоторых, возможно, так и есть. Возможно, это смертельная вещь для кого-то. Возможно, для кого-то это то, что уводит людей из реальности и просто вводит их в мир фантазий. Конечно же, это нелепое преувеличение. И христианство — это не то же самое, что буддизм, который не то же, что индуизм, который не то же, что ислам, который не то же, что иудаизм. То, что люди делают такое общее утверждение, показывает непонимание того, что такое религия. И те, кто по-настоящему имеют общение с Богом, имеют цель и смысл в своей жизни. Те, кто имеют правильную связь с Богом, предоставляют свое сердце для Его работы и имеют наиболее предприимчивое мышление. И они хотят развивать что-то новое, потому что они хотят изменений к лучшему. И они верят, что то, что они делают в этом мире, будет иметь влияние в вечности. Вместо того, чтобы быть опиумом для масс, истинная религия — это то, что пробуждает массы для настоящих целей, для того, чтобы что-то изменить к лучшему здесь, в этом мире.